На 84-м году жизни скончалась режиссер и сценарист Кира Муратова. Ее талант и неповторимый стиль позволили создать целый ряд уникальных работ. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 61-м году совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым, поставив короткометражный фильм «У крутого Яра». Затем с ним же сняла полнометражную ленту «Наш честный хлеб». Кира Муратова была выдающимся режиссером с ярким самобытным стилем. Знаменитой ее сделали уже первые фильмы, снятые самостоятельно, «Короткие встречи» и «Долгие проводы». Картина «Астенический синдром» в 1990 году получил гран-при Берлинского кинофестиваля. А трагикомедия «Настройщик» была показана на фестивале в Венеции. В ее фильмах снимались такие знаменитые актеры, как Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Алла Демидова, Рената Литвинова и многие другие. Последней работой Киры Георгиевны стала вышедшая в 2012 году картина «Вечное возвращение». Мария Кузьмичева, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.